Да за что два-то, Елена Руслановна? А за то, что ты подписчиков с наступающим не поздравил и ролики нерегулярно выпускаешь. Ставлю тебе два. Привет! Наверное, каждый из вас в школе получал плохую оценку. И дабы не получить пиздюлей дома, пытался ее всеми силами скрыть от родителей. Кто-то замазывал ее корректором, кто-то вырвал страницы из дневника. Но наши лайфхакеры придумали способ, который не сравнится с этими двумя. По традиции смотрим лайфхак и проверяем его. Совет школьникам, как убрать из школьного дневника плохие отметки. Для этого берем раствор уксус и марган сладкий и вот такую ватную палочку. Макаем. Вот. И аккуратненько натираем отметку и роспись преподавателя. Трем до тех пор, пока чернила не будут пропадать. Вот, затем перекисью водорода отбеливаем. Затем феном все высушиваем. И получаем вот такой замечательный результат. Итак, для данного лайфхака у нас все есть на нашем столе. Даже дневник старый. Это, конечно, не мой, это моей племянницы, так что вы не подумайте, с розовым дневником я не ходил в школу. Так, что нам надо? Уксус 70%, перекись водорода 3%, как я понимаю. Ну, я не знаю, это я думаю, что не важно, потому что в лайфхаке не говорится, сколько, где и как. Марганцовка, в моем случае сухая. Давайте. Берем марганцовочку, значит. Смешиваем с водой. Я думаю, что для начала ее нужно растворить, потому что в лайфхаке это тоже не указывается. В общем, делаем цвет хотя бы примерный, как в лайфхаке. Так, затем нам нужен уксус. Блин, а не будет много? Уксуса-то сколько теперь лить? Ай-яй-яй. Гребаные вы лайфхакеры. Вы хотя бы говорите, что к чему и сколько разбавлять. Что берете для лайфхака. Это же вам не шутки. Этим же будут дети пользоваться. Вы же для детей придумали. Ой. Итак, берем уксус. Прям наливаем его. Вонючий. Много не мало, как говорится. Я надеюсь. Я надеюсь, что этот дневник выживет. Теперь нам нужно этот раствор нанести прямо на чернила в самом дневнике. Так и сделаем. Так, прям как нам показывали в лайфхаке, мы наносим этот раствор прямо вот сюда. Там прям стереть нужно. Да. И трем. Ты прям той трёп. До исчезновения какого-нибудь. Не знаю, мне кажется, я сейчас его насквозь протру. Ну, что-то хз. Дальше я как-то боюсь его тереть, потому что он уже минус этому лайфхаку, потому что уже насквозь. Не знаю, ну, хватит или еще. Он там тер там чуть ли не до полного исчезновения. Что? Мне тут уже бумага соскабливается. Ладно. Так, теперь берем и наносим перекись. Да. Не, ну, эффект-то есть. Теперь, как показано в лайфхаке, мы будем сушить феном. Вау! Должен сказать, что если бы я бы знал про этот лайфхак тогда, в своем детстве, я думаю, что я бы им воспользовался. Но тут есть и минусы. Исчезло оно не полностью, двоечка, которая здесь была, но ее можно исправить на троечку. И я так делал очень много-много раз, и я умудрялся исправлять даже без
этого лайфхака, но с этим лайфхаком было бы намного все лучше и незаметнее. Так что можно сказать две вещи. То, что он работает. Второе, это то, что он работает, но не идеально. Поэтому я могу поставить плюс и небольшой минус. Я рад, что есть такие лайфхаки. Побольше бы таких лайфхаков. Еще было бы лучше, если бы вы мне их присылали, а я бы их проверял. А так, я хотел бы, чтобы вы подписались на этот канал, поставили лайк, написали комментарий обязательно. Пусть даже он будет и не очень хороший. Ну, а я хочу попрощаться. С вами был Валдис. Вы были на канале Валдис Лайф. Всем удачи и до свидания.